Здравствуйте! В этом видео мы покажем, как самостоятельно прокалывать уши. Мы будем использовать серьги Stadex. Они предназначены как для самостоятельного прокола, так и для прокола с использованием специального пистолета. Сережки изготовлены из гипоаллергенного материала, нержавеющей стали. Это лучшие гипоаллергенные серьги в мире. Является идеальным решением для тех, кто страдает от повышенной чувствительности на изделия из никеля и других металлов. Серьги подходят для ежедневной носки, не подвержены коррозии, не тускнеют с течением времени под воздействием воды. Каждая серьга помещена в индивидуальный стерильный картридж, позволяющий осуществить прокол самостоятельно в домашних условиях. Каким образом это сделать, мы покажем в видео далее. Для благоприятного заживления места прокола необходимо обрабатывать в течение 2 недель утром и вечером при помощи специального лосьона Stadex. При этом серьги из ушей вытаскивать не нужно, их нужно только двигать назад-вперед и крутить для того, чтобы правильно формировался канал и антисептик попадал внутрь канала. Нежелательно в течение 2 дней после прокола посещать бассейн, баню, сауну, также нежелательно мыть голову и купаться в ванне. В течение 1,5 месяцев серьги нельзя вытаскивать из ушей. Через 1,5 месяца, когда происходит полное заживление канала, серьги при желании можно заменить на другие.